На конкурс дети читают стихи. Назаров Дмитрий, 11 лет. Город Менделеевск, школа номер 1. Сергей Сухонин, две сестры. Две сестры бежали от войны. В свете восемь, Кате три всего лишь. Вот чуть-чуть еще и спасены. За холмом свои, а значит воля. Но рванула мина, сея смерть. Позади идущих дым, гадко. И один осколок долетел и ударил младший под лопатку. Словно скрыть хотел преступный след. Миллиграмм горячего металла. Ватник цел и крови тоже нет. Только сердце биться перестало. Старшая сказала: «Хватит, Кать, ведь и мне приходится не сладко. Ручку дай, пора уже вставать. Час еще, и будет все в порядке». Но, увидев Катин взгляд пустой, Света на мгновение застыла и котомку, выбросив с едой, на плечо сестру свою взвалила. И откуда силы в ней взялись? Она бежала и бежала, лишь когда увидела своих, пошатнулась и на снег упала. Подошла к детишкам медсестра, маленькую Катю осмотрела и сказала горестно: «Мертва». Света сразу в голос заревела: «Нет, не надо! Люди, люди, разве так бывает? Старший брат Иван в бою погиб! Маму с папой немцы расстреляли! Почему так много в мире зла? Разве жизнь сестры моей игрушка?» Медсестра за плечи увела с поля восьмилетнюю старушку. Ну а Катю на руки поднял пожилой солдат из третьей роты. «Внученька!» — он только лишь сказал. «Как я тебя не уберег-то?» В небесах закаты жгут костры, и ветра роняют свои вздохи. Словно тихо плачут две сестры, искорки безжалостной эпохи.